Здорово, это Рафт. Наконец-то я на него дошел. Все, короче, у нас опять все как всегда. Мы ловим, лутаем, едим, спасаемся от акулы, от чаек и прочего. Давайте съедим эту хрень, чтобы не быть... Я ее сырой съел! Идиот. Чертов. Задание на эту серию. Знаете, какое оно задание? Какое задание на эту серию? Построить кучу ловушек. Собственно, достроить второй этаж. Нормальный второй этаж. Так, а... Он плот. Плот. Давайте поплывем на плот. Такие вещи нельзя упускать. Мы плывем туда, а нам надо вот сюда. Да? Да, все верно. Все, пока просто ждем. Сейчас подплывем поближе. А, у меня копье надо сделать. Я сейчас уберу снова себя, чтобы видеть все. У меня досок нет. Ну ладно. Акула меня сейчас сожрет, да, если я поплыву? Но я упрусь в него, поэтому поплыли. Не должна. Как, она может меня сожрать? Разок. Вот. Вот, собственно, и все. Операция была произведена. Ага, акула. Крак-акула. Не успела меня съесть. Что я нашел? Говно всякое, как всегда. Так, в смысле? Пока, плотик. Спасибо тебе. Положить доску. А теперь все, мы... Подожди. Мы убираем эту херню. Теперь мы смотрим, что у меня есть. У меня есть вот так, у меня есть вот так. 5 хлама. Сейчас все это надо собрать в кучку. 20 картошек. Это тоже сюда надо переместить. Нам тут 30 тысяч лет не надо, кстати. Это о птичках. Веревки есть, доска есть. Перья, блин, доска одна. Веревки есть, отлично. 20 картошек, да? Это точно я переложу. А, вот доски. Ок. И 20 пальмовых листов. Ну, и это я тоже уберу. Все, мне надо создать копье как минимум одно. Потому что эта тварь может приплыть в любой момент. И меня... Мне испортит настроение. А я... И ты не хочешь, чтобы у меня портилось настроение, правильно? А, то есть вот так, да? О, нормас. Классно, смотри. То оттуда плыло, теперь отсюда плывет. Ну, окей. Надо полить говно это. Камень, доска, доска, веревка, пластик. Отлично. Так прикольно, он бегает босыми ногами. Плохо, что ноги-то не нарисовали. Доска. Хорош. Так, пальмовые листики тоже нужны. Веревок надо много. Много надо веревок для этого говна, который я буду сейчас делать в виде ловушек. Вот, которые здесь. Итого, где сами ловушки? Мать вашу за ногу. Ага, вот. Раз. Веревок нет и досок. Да, хорошо. Ага. Ставим сюда. Отлично. Ищем еще.
Веревки должны. Тут пизда с ушами. Добываем мясо, это много. Много мяса надо. Вот голова акулия. Вот, хорошо. Где плод? Главное не просрать плод. А то сейчас увлекся бы этой хренью и потерял бы плод. Ну отлично, у нас теперь есть мясо и есть голова, которая мне нахер не нужна. А, давайте мясо пока переложим. Мне оно не нужно. Это сюда. Голову сюда. Это сюда. Это сюда. Почему у меня так темно? Блин, ладно. Так, ловится уже? Вот. Видал, я поймал бочку в ловушку. Еще одна плывет. Пока все идет очень хорошо. Позабери. Ой, хорошо же, как прям приятненько. Пластик плывет, ну и пусть себе плывет. Нам не нужен теплоход. Так, килищина. Дальше. Веревки не хватает. Веревки у меня... А, у меня есть веревки. Сейчас я... Я прям вот так буду делать, наверное. Так, она плывет как? Они вот так плывут. И вот сюда... Ну, мне здесь удобнее будет ловить все подряд, правильно? Правильно. Отлично. В принципе, прошло сколько минут? 7 минут прошло. И мы уже сделали две решеточки. Это очень неплохо. Это прямо великолепно. Ребят, спасибо большое, что ждете серии, что у меня их так мало выходит. Это... Ну, обстоятельства такие, что я не могу больше серий, там, допустим, в день, в лучшем случае, выпускать. Ну, вот так, очень много всего у меня накопилось. Надо как-то это все делать, Вася. Я тебя сейчас убью. Уйди. Не буду я тебя убивать, просто уйди. Поэтому спасибо всем, кто подписывается, смотрит какие-то старые мои видосы. И, ребят, уважуха. По идее, когда выйдет эта серия, в этот же день начнутся стримы. Я надеюсь, что YouTube снимет страйк с меня. Вот. Вообще, смотрите, что-то мало я запланировал на эту серию сделать просто ловушки. Нет, давайте что-то, наверное, посерьезнее сегодня сделаем. Острова. Ну, я сейчас не буду ничего искать. Ночь. Надо будет днем. Вдруг я, если остров увижу, я его, скорее всего... Облутаю. Топор у меня есть, по-моему, или нет? Сейчас я сделаю сразу все инструменты, якори, все дела. И надо будет ехать на остров, чтобы добывать нормальный лут. Варись, жарись. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Заплеваем, выливаем, наливаем, выливаем. Наливаем, выпиваем. Наливаем, заливаем. Бочка, бочка, бочка. Я вовсе не медведь. Так, что-то поймалось. Хорошо, листик поймался, пластик. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Вообще хочу... Летит, твою мать. Вообще хочу построить много этажей. Но как минимум в этой серии нам нужно построить... А! Господи. Сюда не ставится. А, у меня нет гвоздей. Ладно. Сейчас должна уже акула приплыть. Как-то все мимо меня плывет. Вы понимаете, что происходит? Надо, знаете, что сделать? А вон остров, кстати. Но... В смысле? Писька, блин. Взяла, уплыла, ой, улетела. Ой, сколько листиков. Нормас. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел Димка погулять. Вдруг чайка прилетает. Всю секлу его съедает. Собака бешеная. Давайте пластик заберем. Надо сейчас пожрать.
А, пожрать у меня девятка, свеколка. Такое себе, да? Но у меня есть мясо. У меня есть мясо, и я его сейчас... Знаете, что с ним сделаю? Естественно, знаете, я его приготовлю. Но! Надо быть начеку. Начеку, говорю, надо быть. Отлично. Все, получается, что? Гвозди нужны. Гвозди. А с чего делаются гвозди, кстати? Металл нужен. Плавильня нужна, да? Что это? Ну-ка. Не жарится собака. Да в смысле? Пластик. Блин, постоянно... вот. Получается болт. Болт. Шарнир. А, вот гвозди. Плавильня нужна все-таки, да? Ох ты, ничего себе! Гамак. А, это плавиль. Бочка. Класс. Это плавильня делается из этого. А мне нужен гвозди из чего? Вот, это болты? А, это болты. Выучено, выучено, выучено. Шарнир железного слитка. Так, так, так. Ну, дайте мне. А гвозди не могу делать. Стой, 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 стой. Отлично. Все, остров я проплыл. Ночь. Главное ночь пересердеть, перепердеть, и все будет хорошо. Хорошо. Отлично. Мы, в принципе, нормально встали так по курсу, что... К нам все... О, акула плывет. Иди сюда, иди сюда. Мне еще нужно от тебя мясо. Вкусное мясо у тебя. Полезное, жареное. Собака. Иди, иди, иди сюда, иди, иди я тут, иди я тут. Может ее чпокнуть? Как думаете? Ну давай. Тупая ты му... Вот. Все, хорошо меня научили чинить все. Это у меня первые, по-моему, две серии. Я не мог чинить. Ну, тупенькие, понимаете? Тупенькие. Все-таки старые уже для всего этого дерьма. Вот и все. Ну, те, кто давно на меня подписаны, знают, сколько мне лет, поэтому... Старые, старые, ребята, старые. Многие из вас, кто, наверное, процентов 95, кто подписан, они родились гораздо позже меня. И даже не знают многих вещей, которые... были, когда я был маленький. Вот, понимаете, я в то время родился, когда не было ни интернета, ни телефонов. Люди, допустим, чтобы встретиться, договаривались заранее. Ну, были телефоны, понятно, стационарные, домашние. Такие трубочки, знаете, не сотовая связь. Возможно, у кого-то дома еще такие стоят, у бабушек. А может быть и в квартирах. Вот. Заранее договариваешься, допустим, встречаемся там в 5. Ну, допустим, на улице там Пушкина. Или там у музея, там Ленина, не знаю, неважно. И все, и два человека, или три, или там компания. Просто получается... Да, забери, пожалуйста. Просто приходите туда вовремя. Ну, либо кто-то, конечно, девушки, конечно, опаздывают всегда. Это даже при моей молодости было. Девчонки всегда опаздывают. И ты стоишь, ждешь. Просто ждешь. Если это свидание, допустим, ну, ты стоишь как дурак с цветочками, понимаете, там. Кто-то повзрослее, если с шампанским, с цветочками, там, туда-сюда. И у вас стрелка, встреча, то есть. А, вот. И нету ее полчаса, нету час, и ты уже начинаешь сомневаться. Телефона позвонить нет, можно позвонить, конечно, с телефонной будки, но не факт, что кто-то тебе ответит. Потому что человек, может, уже уехал из дома, направляется к тебе, понимаете? Просто направляется к тебе, и он физически просто не может взять телефон. Сотовых-то не было, и ты ждешь. Час-два проходит. Есть девчонки, конечно, они... такие вредные. Они могут даже просто заставлять ждать человека, проверяя его. То есть вот так, все, у меня еда, я сейчас сдохну без еды. Еще и не приготовилась.
И попить. Я что, не надо? Да в смысле? Что за бред? А, вот, я помню, что это. Чушь какая, с одной стороны берет, с другой стороны не берет. Все, ок, жарится, варится, парится, мы здесь собираем, нам все хорошо. Вот в это почему-то ничего не попадает, это плохо. Все, Так, это что получается? Одного копья хватает на то, чтобы... Ага, не берется. Одного копья хватает на два раза ударить акулу. Ну, в смысле, два подхода ее. Отлично, давайте сохраним мир. Надо почаще сохранять. Вот. Потому что если я профукиваю, это все печально кончается. Можно всегда начать сначала, загрузив игру. Потому что... Эта игра такая. Здесь ресурсы, самое важное в игре, это ресурсы. Прям вот очень архиважная вещь. Все, у меня в принципе, наверное, вот я сейчас бочку возьму, попробуем. Что нам надо еще сделать? А, болтов у меня, гвоздей же у меня нет, ёпарасоты. Ну возьми. Вот. Хорош, молодец. Иди от седова. Опять доска, я не могу остановиться, понимаете. Я просто собираю. Твою ж мать. Так, давайте смотреть, что у меня здесь много. Ой-о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 й. Вот так. 20, да, уже всего. 20, 20, 20. И здесь 20. В смысле, ты меня задрала? Задрала. Да, на три раза. Почти на три раза хватает. Ну, да не почти, а на три раза хватает. Ок, я понял. Ну, собери, боже мой, какие эти короткие руки. Видали, да? Все, пойдемте строй. А, для этой херни нужны гвозди, у меня которых у меня нет. А для этих нужны веревки. Все, сейчас мы с вами... Сделаем много ловушек. Вот здесь они как минимум мне нужны здесь. Раз, два, три, четыре. Пипец, я сделал гвозди. Один гвоздь нужен. А, так они просто делаются, эти гвозди, из железки, что ли? Из, я понял. Или из хлама? Нет, из железа, скорее всего. Я понял. Все, ок. То есть вот так. Сохраним. Полюбасу. Все, теперь у меня есть много всего. И я сейчас начну... А, и гвоздей-то нет. Ететь, колотить. Смотри. Получается, что? Чтобы вот... А, так я могу... Слышь. Давайте. Приподнятый пол. Вот так я сделаю, во-первых. Ага, все, кончилось. Хлам кончился. Ну, хлам-то у меня есть. То есть не хлам, пластик. Теперь доски кончились. Вашу мать. Во! Какая прелесть. Слушайте, прям... Я прям четкий. Сейчас я это все потрачу. Вот.
потому что это все надо расширять. Все, теперь у меня достаточно большой плот. Так, три доски сюда и все отлично. Я, наверное, сейчас да поем. Отлично, и еще положу. Поднять доска мне не надо. Все, мы построили достаточно широкий мост, плот. Достаточно для того, чтобы строить какой-то второй этаж, чтобы ставить здесь... блин, я бы, наверное, еще вот так сделал. Вот. Вот. Потому что это Манда Ивановна под названием Акула может просто взять и, понимаете, сожрать, пока я там буду где-то плавать. Допустим, на остров выберусь. Все, теперь смотрите, получается, что я строю второй этаж, и у меня будет достаточно нормальная площадь, чтобы не пизданулся плот, допустим, во время шторма. Но я не знаю, как здесь... у меня есть планы построить много этажей, много. То есть я знаю, что здесь есть, я уже говорил, что я смотрел на YouTube. Ну, не то, что там смотрел, я знаю, что здесь финал игры есть. Вот, логичный конец, окончание этой игры. Как в той бетке, в которую играли раньше, не было никакого окончания. Мы просто строили, и все. И было всем так хорошо и замечательно, что люди каждый день создавали видосы. Я построил 5 этажей, я построил 47 этажей, я построил 30 тысяч высотой. И так далее. И все это хорошо заходило. Тихо. Ай! Собака. Опасная акула. Все отлично. 23 минуты мы лутались. Давайте сохранимся. Теперь что? Смотрим. У меня веревок. Досок до хера, во-первых. Блин. Зачем мне это? Мне надо вот так, да? И один гвоздь. Да почему? Алло! Готовься! Кошмар. Мне реально нужны... Да, блин, почему для... Да хорош, слышь! Иди. Собака. Я построю еще один. Копье. Да ты... Вот, когда много решеток, ловушек этих, очень круто на самом деле. Блин, гвоздик бы дали, ёпарас, это я бы еще одну поставил ловушку. Вот, суки. А вон остров, кстати. Но я, наверное, на него, если даже и приплыву сейчас. Давайте. Открыть. И вот так, да? Ой. Вот так. Еще левее. Так. Еще левее. Все отлично. Уберись. Вот. Я сейчас, пока доплыву, наберу полные ловушки всякого говна. А мне, собственно... Вон, получается, наверху. Я, в принципе-то, наверное... Мне бы... Вот так, да? В смысле ты? Да, я не достану. Я просто тупо не достану. Якоря у меня нет, да? Слышь!
камни у меня есть, подожди. Блять, и ночь, понимаешь? И ночь. Так, стой, разворачивай нахуй. Поплывет он? Да, к весло. Да ёб твою мать. Сейчас я кину здесь якорь. Вода. Сейчас я здесь кину якорь. Где у меня этот второй этаж? Тихо, 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 тихо. Ладно, давай пойдем попьем воды. Да куда ты? Так, тихо, тихо, тихо. Ребятки, операция X. Мне... Ой, там хлама до хера, но у меня... Попробуем сейчас пособирать все это говно. Где у меня, с какой стороны? Ой, ебать. Как бы тебя так развернуть? А как тебя реально развернуть-то? Да ебать, твою мать, акула вонючая. Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Так. Надо по идее сейчас. Где-то же должен быть вход, по идее, да? Ну, теоретически-то должен же быть. Ну-ка иди. Да ёбаный ты по голове, да почему ты падаешь в воду, олень? Ебанутая вот. Пиздец просто. Плыви сюда, мудак. Какой в жопу шторм, о чем вы говорите? Это вы издеваетесь, да, надо мной? Мне нужен этот остров. Мне нужен этот остров. Шторм. Просто банальный шторм. Капец. Вот как мне подплыть? Понимаете, вот как мне так подплыть? Может быть, вот этим концом надо плыть, да? Нет. Мне надо... Сука, она поломала мне катер. Ну вот сюда плывем. Ой, какой шторм большой. Смотри, теперь мы знаешь, что делаем? Все. Зачем я это сделал? Ну, в любом случае, это шторм. И мне надо будет... Мне надо будет переждать. Просто переждать. Я сейчас никуда не залезу. Никуда не залезу, никуда не вылезу. Приготовилась еда. Давайте наполним пока стаканчики, пускай оно все варится, оно палится. Вот, хорош. В принципе,
Давайте сохраним мир. И переждем шторм. Остров рядом. Я, возможно, сейчас полутаюсь. Невозможно, а полутаюсь. Вот. Но мне нужно, чтобы что? Надо, чтобы мне было много места. Весло. Крюк у меня херовый, да? Хлам. Веревка, доска, болты. У меня болтов нет вообще. Где все мои доски, Алёша? Вот, крючочек еще один я сделал. Вот это мне не надо. Можно пока вот вместо перьев себе взять. Вот это я сейчас заберу, положу. Кувалда мне не нужна. Голову можно. Я про то, что если что-то сгорит на острове, вернее, здесь все это останется у меня. Крючок. Крючок. Место. Да срать. Вот так. Все. Сейчас, значит, мы идем пьем. Еды у меня нормально. Сейчас я пью и иду за лутом. За лутом иду. За лутом, говорю, я иду. Давайте без всяких там переворотов. Че, пошли. Подожди. Копье у меня сломается, надо копье взять. Копье сломается, мне надо атаки акули отбивать. Вот. Ну, блин, понимаешь, я ни хрена там не увижу. Ну все, все, солнце, отлично. Отлично, солнышко, давай выходи. Смотрите, какая красота. Прямо-таки красота. Красота. Плот. Мой маленький плот. Он без забот плывет по морю с ними. Пират и кот. И тогда я вздерну свой нос и поплыву. Так, все, солнце мы дождались. Я пошел. Тихо. Так, получи фашист гранату. Тихо. Пошли. Да пошла ты в жопу, мудила. Ну это очень, это вот разработчики козлы вонючие. Это очень быстро. То есть я ее ударил. Ну 6 секунд где-то проходит. 7, наверное. Она опять идет атаковать. Какого хуя, спрашивается. Чего я сюда пришел? Жарься, блядь. Че там надыбал? Камни. Глина. Вот это хорошая вещь. Глина. Сок лианы. Сок лианы, кстати, вещь нужная. Кисточка. Ну, блин. А давайте еще одну коробку сделаем. Ой, иди нахуй. Хлам. Веревка у меня есть. Хлам у меня... Хлама у меня нет. Мне хлама нет, серьезно. Пусть ты меня заебешь. Еда. Значит, зачем я ее поднял? Мне хлама нет. Мне нужен хлам. А хлам на острове есть. Пошли на остров. Ну, вернее, лутаться, какая разница. Да заебешь ты, блядь, меня! Тупая овца. Да.
А, ну вот хлам, кстати. Сейчас я сделаю себе. Главное меню. Дайте загрузить, загрузимся заново. Я не хочу. Не успел. Я уже увидел, что у меня мало жизней. Уже увидел, что у меня мало... Класс, игра, ты охуенная. То есть, нахуя, блядь, я спрашиваю, это сохраняю, чтобы потом автосейв какой-то ёбаный меня... Тридцать семь минут. Так, что-то меня эта игра начинает бесить. Тем, что она тупая, блядь. Не сама игра тупая, а... Нахуя я сохранялся, блядь? Вот вы меня кто... Давайте выйдем из главного меню, мне похуй. Загрузить мир, блядь. Нахуй мне не надо это. То есть автосохранение стоит. Авто, блядь, сохранение стоит в игре. Зачем? Я сохраняюсь, какого хуя, блядь? Что происходит, блядь? Что, блядь, за хуйня? Ёбаный в рот, блядь. Это пиздец. Какие там-то хуйня поломанная. Извиняюсь за мой французский, но это меня бесит, просто реально бесит. Зачем мне, блядь, сохранения, которые не сохраняют нихуя? Что за чушь, блядь? Это пиздец, это просто пиздец. О боже мой, так, это есть крючки, вот эту хуйню я сделаю, ок, весло, ок, что еще я могу сделать, наживка, пища, это нормально, вам вот эту хуйню сделаю, грядки мне нахуй не нужны, флажок, разовый якорь, камень у меня нету, все, сохранить мир. Пиздец. Просто пиздец. Пошли на плот. Правильно плывем? Правильно плывем. Это же просто какая-то жопа на самом деле. Пригорает уже. На кой хрен здесь сохранения нужны? Ну вот на кой хрен здесь нужны сохранения? Все, я его сейчас собью, да? Все, теперь подожди. Надо понять, где лут. Ой. Где лут-то? А, вон он где плывет. Ну я по идее. Он на меня плывет. Я по течению же плыву. И лут плывет на меня. Иди сюда, сучка. Ну да. Только как-то не на меня он плывет. А мимо. Сейчас. Сейчас мы это все. Как-то вот так надо сделать, да? Получается или нет? Не-не-не-не-не-не. Еще. Ну да. Все, ок. Убери его. Все отлично. Сейчас мы все это вернем, ребятки. И ближайший остров будет на нашей.
Я не знаю, как в эту игру реально играть. Вот, серии записывать, не знаю. Это просто пиздец. Это просто, блядь, пиздец. Мне нужны гвозди, мне нужен хлам. Мне нужен, короче, хлам, реально. Мне нужен хлам, чтобы из него делать гвозди и строить всякую поеботу. Вот и все. Надо разворачивать. Хотя нет. Вроде бы как оно... Надо разворачивать, да, и мне нужен остров, чтобы собирать хлам. Бочек очень мало. Бочек очень мало. Мне нужен хлам, чтобы добывать гвозди. Вот, я пошел пить воду. Слава богу, что не все пропало у меня, что я, блядь, догадался в ящике. Да, убери. Ящики положить. Такое себе, короче, я не знаю, вот честно, я ее, эту игру, ну, много чего тут как-то они не продумали. Слишком частые атаки акулы, ну нахуя? Ну сделайте, блин, возьмите, ну, блин, полминуты хотя бы надо давать, 20 секунд, чтобы я понимал. Это получается, ну, ну ты понял, да? Понимаешь, я просрал ведро. А, не просрал. Хлам! Что у нас из одного хлама можно сделать? Наверное, ничего. Отлично, отлично. Великолепно. Доска, 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 доска. Ты сейчас мне вообще все нужно опять. Да это хуйню, то я не буду сейчас ничего чинить в жопу. Вы там что? Приготовились уже? Серьезно? Жрать мне нечего, да? Картофан можно пожарить. Что жарится? Хорош. Итого. Что я хотел? Сеть, гвоздь. Я не могу сделать гвоздь, мне... Веревка мне и так есть. Нам не нужен топор, мне нужен хлам один. Топор нужен, но нужен хлам. Хлам из бочек. Гвоздь из чего? Из хлама. Ну все правильно. Мокрый кирпич из песка и глины. А песок и глина? А, у меня только глина. Это собака. Ой, заебете. Давайте посадим картофан. Я чё? А. О! Хлам есть? Бляха-муха. Нет, бочка прилетела ко мне, видали? Музыка заиграла такая добрая, бодрая. Нет, это нет, я думал. А вон бочки. У меня есть крючок, сейчас будем ловить. А, так она и так приплывет. Отлично, сейчас будет хлам, мы построим. Еще один ящик надо построить, потому что ресурсов надо до хера. Просто до хера. Ресурсов в этой игре надо очень много, чтобы построить то, что... Да, хлама целых три! Что ты заберешь? Четыре хлама. Я уверен, что будет сейчас там хлама много. Ну, как минимум два. Давай, 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 давай. Получается, один гвоздь — это два хлама. Что-то как-то многовато, мне кажется. Для одного гвоздика, вот такого писюльчатого гвоздика,
Целых два хлама, понимаете? Как-то многовато, многовато. Целых нихуя нету хлама. Ну ладно. Итого. Иди сюда. Ящик. Раз. А, тут хлам нужен, блять. Ну, в любом случае, мне это важнее сейчас. Вот и все. И мы сейчас, знаете, что туда положим? Доски. Хлам не надо. А, это вот так надо сделать. 8. Ну, листики надо положить. Так, да все переложи. Чего много, то и ложи. Я пока ничего не собираю. Мне надо это все сначала. Болт. Отлично. Ты заебешь! Хорошо. Ой, как хорошо. Иди сюда, 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 сюда. Да, не-не-не-не-не-не-не. Да, уйди. Опять темно, опять ночь, опять вонючее говно. Все. Вон бочка плывет. Там хлама немерено должно быть. Уйди отсюда, уйди. С училища, блин. Я буду ловить. Ловить с конца. Оп. Раз, два, три. Хач. Два хлама. Хо-хо-хо-хо. Целый один гвоздь. Значит, я сейчас смогу сделать еще одну решетку. Это цель номер один, да, получается? Видали, как хорошо с решетками? Вот ты меня задрала. Вот ты меня задрала. Вот ты меня задрала, бледина. Так. Раз, два, три, четыре. Серьезно. Так я могу две сделать. Понимаешь? Бочка, бочка, бочка. Ой! Твою ж мать, просрал все. Ну ладно. Ничего нету больше. Сука. Не попал. Вот. Так, мне... Да иди, твою ж мать. Досок. А, так все есть. А, веревки нет. У меня... А, вот. Оп, оп, и мы ее ставим вот сюда. Вот, у меня получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, еще семь, восемь надо их сделать. Давайте сохраним. Вот. Короче, сохраняется это говно, насколько я понял уже. Это говно сохраняется, когда... Вернее, только тогда... Когда я сам выхожу из игры. Вот, садись, сажай картошку. А я свеклу посадил. Ебабошка, блядь. Короче, вот ты сохранил игру. Допустим. Вот. Вышел, и только вот в этом случае это все работает. Понимаешь? Жрать опять я хочу. Я понимаю, что я жрать хочу. Но у меня есть жрать... Я могу только сырой картошкой побаловаться. У меня есть новый крючок. Слышь! О! У меня картофан есть, да? Ну ладно, сейчас я его и сожру. Похуй.
О, здесь хорошо ловится. Мы немножко криво-косо плывем, но тем не менее. Вот ты заебала меня. Да, блядь! А, еще игра постоянно от того, что вот чем дольше играешь, тем больше она тупит. Да ты в смысле, ты заебешь меня? Пиздец, она конченая. Надо починить. Да уйди. И там что-то она оторвала у меня, вот. Ой. Хорош. Ночью, блин, не люблю я ночью. Ничего не видно, блин. Пока она туда, пока сюда. Пока пятая, пока десятая. Островов не видно. Не видно нихера. О. Опять история повторяется. Я сейчас поплыву... Бля, простите. На остров и сдохну там. Потому что ночь. Хлам, да? О, ну я от него уплываю. Ладно, утаимся. Подождите, хер ли лутаемся? Поехали нахуй. Поехали на остров. Будем сейчас плыть на остров. Я хочу залутать нормальный лут. В виде металла, в виде глины, в виде песка, в виде всякого говна, которое полезнее, чем веточки и деревяшечки, блядь. Понимаешь? Веточки и деревья. Да, хорош. Вы одновременно, что ли? Вы одновременно, да, нападаете на меня? А чё, куда ты плывёшь? Алло! Она обновилась, что ли, игра? И теперь эта хуйня не убивается с первого раза? Не пойму. Ну ладно. Правильно я плыву? Там и плот, и остров, ебать. Это надо брать. Это надо однозначно брать. У меня якорь есть? Хуй. Камней нет, блядь. У меня камень. А, у меня есть тут, по-моему, камни. Точно. Ну ты плывешь. Вот, якорь есть, отлично. Хух. Ну ты плывешь. Весло надо. Поплыли. И плот, и остров, ты понимаешь, что происходит? Блять, уже час игры, надо повырезать нахуй все. И этот мат тоже. Если я забуду вырезать, ну... Черт возьми. Короче... Порежем. Если ты это смотришь, и... Я сейчас гребу к острову и плоту, значит, я красавчик. И это где-то, если там минуты, минуте на 30-е, может быть. Хотя, может быть, я ничего не порежу, я не знаю. Может быть... В этом есть какой-то шарм, как... В этом есть, может быть, как какой-то шарм, когда вот полноценный ролик, полноценный, когда ничего не вырезается, когда все идет так, как, блядь, идет. Со всеми вот этими. Уйди, жри там мою картоху пока. Я не хочу на тебя отвлекаться. Сейчас я прям вот здесь вот кину якорь. Смотри. Опа.
Опа, 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 опа. В смысле? Где? Да. Отлично. Опачки. Это я залутал. Теперь я пойду на остров. Но перед тем, как идти на остров, мне нужно сделать что? Топор. Топор делается из веревки и всякого хлама. То есть я сейчас сохраняю игру. Убираю все говно. Нужное, полезное, что мне... Нет, ну это хуйня, пускай кружку. Вот. Весло. Копье. Ну копье тоже можно убрать, оно хотя бы... Блять, еда нужна. Ну ладно, я сейчас поем вот это говно. Есть. И вот это. И более-менее у меня соберу вот это, соберу вот это. Кину вот сюда. Выпью сейчас воды. Блять, да? Или похуй? Да похуй. Давай съедим. Все, пошли. На остров. Так как минимум вот это полутать. Отлично. Так, все, здесь все. Это маленький был. Маленький был этот, да? Ага, писюна. Акула меня хотела укусить. Собака бешеная. Копье все-таки мне надо, да? И мне надо попить воды и отправиться вокруг. Копье, доски, семечки. Пять гвоздей у меня, ничего себе. А где моя кружка? А, вот. О, боже мой. Дебильная хрень, на самом деле. Поехали. Лутать глину, хуйнину всякую. Где она? Где акула? Мне нужен на самом деле хлам, да, получай? Уйди нахуй. Мне нужен хлам. Мне нужен хлам. Мне хлама что-то нету вообще. Где она? Вот она. Да, блядь, укусила, что ли? Ой, кислород. Надо всплывать и... Тихо-тихо-тихо, не трать мое драгоценное здоровье. Водоросли, это хорошо, водоросли плавить можно. Водоросли, это... Слушайте, она меня заебет, вот честно. Все, срочно вниз. Ее какое-то время не будет. Это очень хорошо. А я пока полутаю говно. Ну, в смысле, нужное. Камушки нужны. Глина, песок, всю хуйню. Акулу убил. Это очень великолепно. Хлам. Камни. Что это? Камни. Давай. Всего надо, много всего надо. Песок, глину, всякое говно. Поехали. Где плод? Где плод? Вот плод. Хорошо. Тихо, не сдыхай у меня здесь. Камни. Вот это. Все, дальше. Сейчас она уже приплывет ко мне, да? Сучка такая. А у меня копья-то нет. Ладно. Копай. Хотя бы хлама много надо насобирать. Камни-то... Во, глина, песок, заебись. Очень мало.
хлам. Копье надо сделать, да и все. Досок нет, да? Ну ладно. Ну, в смысле, они есть, но нету. Оп. Пару раз укусит, ничего страшного. Надеюсь. Ничего со мной не будет. О, песочек, да? Песочек, классненько. Хорош. Здесь она, наверное, меня не достанет. Ой, хорош. Сука, говна всякого, реально много. Давай, 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 давай. Все, всплывай. Где лодка? Парус. Плот. Я что-то сейчас умру, наверное. А, нет, здоровье полное, практически нормас. Ой, класс. И акулы долго нет. Какая прелесть. Вот ее не было, вообще было просто. Честно. 6 хлама, но это мало. Это очень мало. 6 хлама, это вообще пипец. Реально, это очень мало. Фух. А давай сделаем копье. Что я сюда хотел переложить? Только что. А, семечко. Семечко надо. Или гвозди. А, да похуй. Все, теперь у меня есть копье и есть этот. Надо вот так сделать, во-первых. И сожрать раз. Сожрать два. И сожрать три. Теперь вот это вот говно положить жариться. Кружечку взять, попить воды. Я с этого острова не уйду. Я с этого острова вообще не уйду. Я тебе говорю, я его сейчас буду лутать до посинения. Пока у меня не закончится, блин, время. Час мы уже записываем. Ну, в принципе, нормас. Давайте, наверное, сейчас еще раз нырнем, занырнем. Игру я сохранил, я пошел. И сейчас, да, разочек занырнем, по максимуму полутаем, насколько мне хватит. Плохо, что нету никаких звуковых эффектов, что она там приплывает, там какие-то музыки. Где она вот, блядь? Вот где она, блядь, была? Вот сучара. Понимаете, она хуй просышь, куда плывет. Вот где? Вот как? Тупая игра. Воу-в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 оу! Хорошо, я все повыкладывал. И я на острове, и якорь есть. Сохранить. Все, ребятки, давайте на этом закончим. Да? Да, да, да. Все это у меня осталось. Отлично. От... песок вижу. А, все осталось. Давайте на этом закончим. Мы нашли остров, и мы в следующей серии будем просто его нещадно, просто нещадно его со всех сторон лутать. Я полутаю, я попробую забраться наверх. Вот. Может быть, здесь надо будет просто построить вот здесь это. Надо, я так и думал, надо с двух сторон делать, короче, пристройку. Вообще, второй этаж, идея-то какая была, второго этажа, для того, чтобы на острова лазить, чтобы он весь покрыт был, весь плот был покрыт этажом. Так что все, давайте на этом закончим. Спасибо большое. Серия вышла на часик где-то примерно, плюс-минус там 50 минут, не знаю. Спасибо большое, ребятки. И, скорее всего, да, он выйдет... Этот рафт уже 14-го. 14-го у меня должны снять страйки. И, скорее всего, мы с вами
Утром выйдет серия, и вечерком пообщаемся на стриме, если это, опять же, YouTube вовремя разбанит. Все, целую, в же, пока.